Готовься, они летом. Об этом знают хорошо сотрудники управляющей компании «Булатникова». Еще в конце апреля они начали подготовку к отопительному сезону. Сначала были составлены все необходимые документы, а затем коммунальщики вышли на объекты. С мая месяца мы готовим все дома. Первое, что сделали, промыли систему отопления изнутри. Этот этап подготовки к отопительному сезону очень важен, ведь на трубах и батареях оседает накипь и другие загрязнения. А затем провели опрессовку или по-другому гидравлические испытания, то есть проверили систему отопления на герметичность. Мы опрессовали, видите, стоит под давлением. У нас приняли опрессовку, все подписали акты, у нас опрессовка сдана всех домов нашего поселка. А также меняем краны, которые старые, допустим. Вот поменяли здесь вот кран, в частности. Таких, конечно, кранов много по всему поселку. Исправность запорной арматуры также важна. Она предназначена для регулировки потоков в трубопроводных системах от минимального уменьшения подачи до полной ее остановки. Помимо этого, выполнили работы по герметизации швов фасадов. Локально произвели ремонт кровельного покрытия и сделали новые отмостки вокруг домов. Они были асфальтированы, все потрескавшиеся, протекали. В течение месяца полтора все это сделали, все вывезли, старый асфальт, и положили новые отмостки. Дело осталось за малым – отремонтировать и заменить межэтажные двери и стекла в подъездах домов. За последние 2 года масштабную работу провели и по благоустройству. В поселке появились парковочные стоянки, новые тротуары и бордюры, а также установили 5 современных детских площадок. У нас не было даже песочницы на районе, вообще ни одной. Нам приходилось гулять либо в соседний район, ходить с детками, либо к пруду, это тоже достаточно далеко. А сейчас можно выйти из дома, и очень близко детские площадки все. Нам очень нравится, дети довольны, мамы тоже. Ну, благоустройство, оно идет параллельно с нами, выполняется за бюджетные средства района. Вот, просто это, я бы сказала, что очень удачное такое сочетание работ, которое нам удается проводить совместно. И вот такой вот эффект мы на сегодняшний день видим. В поселке очень уютно, очень чисто. Сегодня работы по благоустройству продолжаются. По просьбе местных жителей сейчас расширяют парковку у дома номер 1. Управляющая компания занимается и текущим ремонтом. В этом году его проведут в 3 подъездах многоэтажных домов. Ирина Бокова, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.